Я вас рада видеть на мастер-классе «Как стать счастливой в отношениях и не потерять себя». И сегодня мы будем с вами делать ряд упражнений, ряд тестов и ряд там, да, кусочки теории для того, чтобы вы себя через разные возможности продиагностировали, прогнали и что-то важное для себя поняли. Перестать бояться, хочу встретить своего мужчину и быть счастливой замужем. Как не тянуть ошибки в новые отношения? Девочки мои дорогие, очень важно понять, что, ну, в целом, да, для того, чтобы почувствовать счастье и близость, а это про то, что мы реализуем свои потребности в этих отношениях, отношения должны быть доверительными. Это не взрослая реакция, да, то есть какая-то такое получается второе дно, да? Да, мои хорошие, вот это очень важно увидеть, да, вот дальше сейчас мы с вами будем тестироваться, то есть образ вам какую-то информацию показал. Девочки, теперь значит, будет такой тест, значит, вы смотрите первую реакцию. Плюс-минус или плюс-минус. Там, да, у меня так, нет, у меня точно не так. Ну, 50 это плюс-минус будет, да? Там же, в принципе, есть этапы. Там есть зависимость, контрзависимость, независимость и взаимозависимость. И по большому счету надо пройти все эти вот этапы, чтобы прийти как раз в взаимозависимость, когда я понимаю, что ты мне нужен, но уже не так тотально, как родитель, без тебя я не выживу, да, а по-партнерски. Когда он уходит, видите, есть ощущение, как будто бы ваша часть уходит, как будто бы с ним уходит, и вы с ним уходите, да, то есть это какая-то такая очень тяжелая вот история.